Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Олег, ну, в фольклоре есть много поговорок о соседях. Например, не купи двора, купи соседа. Голод не сосед, от него не уйдешь. С соседом дружись, а за саблю держись. То есть получается, что это тема... По дороге на работу придумала, что ли? Что? По дороге на работу? Это есть, да? Нет, есть такие, конечно, не сама придумала. То есть эта тема во все времена была важна, в том числе для наших предков. Но согласитесь, что большинство этих поговорок носит какой-то негативный оттенок в этих поговорках, где упоминаются соседи, что лучше, мол, от них подальше все-таки держаться. Может, это у нас так в культурном коде записано, что с соседями дружить лучше не стоит? Да нет, в культурном коде это не записано. Вообще с соседями всегда следует дружить. Это закон, потому что, например, в христианстве есть одна из заповедей, говорит: «Возлюби ближнего своего», а кто есть ближе для нас, чем родственники и соседи? Я думаю, что никого. Поэтому в христианстве, в исламе, например, в исламе, в Сахих аль-Бухари написано, что никто не должен причинять вред соседу, даже воткнув колышек в его стену. Понимаете? То есть все есть. Это есть в религиозных нормах и в социальных нормах человека, каждого человека. Это существует. Но мы зачастую это забываем или не относим это к себе. И тем более наше общество, сегодняшнее информационное общество, вот вы сказали очень интересное слово, да, сосединг. Да. А, например, у нас взаимоотношения с соседями, общение с соседями приводит, ну, можно к такому выражению, как френдизм, например. Фрейдизм, а френдизм. Да, не путать с фрейдизмом, да. Когда вы относитесь к ним как к френдам, да, которые находятся в социальных сетях, и заменяете непосредственное общение с соседями чатом ваших соседей, да, в котором вы выплескиваете негативную энергию и общаетесь с ними только таким способом. Не зная даже абсолютно, встречаясь с ними, протягивая ему руку, не зная, с кем общаетесь и с кем ругались буквально 5 минут назад. Кстати, считается, что наоборот, что эти чаты, наоборот, сейчас как-то работают на тему сплочения соседей, что наоборот, в хорошую сторону. Работают. В хорошую сторону, конечно, они могут работать, но они работают и в отрицательную. Вы привели много примеров, которые характеризуются взаимоотношения соседей как негативные, и все пословицы были, ну, не все, конечно, но частично были негативного характера. Ну и чаты тоже, там тоже ругаются. Все, многие негативно относятся к тому или иному проявлению со стороны соседей. Да, они объединяются, я с вами согласен, такое есть, но в том числе они создают большие проблемы, которые объединяясь, да, мы объединились против кого-то. Да, существуют негативные явления, но и позитивного тоже много, но и негативного тоже достаточно. В советский период что способствовало такому сплочению жильцов дома, таким дружеским отношениям, практически родственным с соседями? Ну, во-первых, скажем так, что это общество были традиционного типа. Не было социальных сетей, телевидение не было так развито. Когда мы долгое время начинали смотреть только телевизор, да, мы не обращали внимания на соседей. Сейчас мы вообще находимся в телефонах. Если зайти в метро и посмотреть на то, что, куда смотрят наши товарищи, да, которые находятся вместе с нами в одном поезде, в одном вагоне, то все смотрят в свои телефоны, в свои гаджеты. Вот то же самое. А тогда такого не было. Гаджет посмотреть было невозможно. Необходимо было обсудить те вопросы, которые стояли перед страной, которые стояли перед обществом. И это было интересно. Люди объединялись, люди обсуждали это. И это их сплачивало. В том числе беда сплачивает человека. То есть, когда говорят, что ну, раньше люди были другими, мы были добрее, мы были более открыты, это не совсем так, да? Просто... Конечно, нет. Нет, человек всегда... Вот, Мария, вы понимаете, что человек всегда одинаков. Просто-напросто то, что находится вокруг нас, формируется наше социальное сознание. И, значит, общество, информационное общество, капиталистическое общество, оно формирует определенное человеческое сознание. И делая нас, например, дальше, удаленнее от этих людей, кто-то стесняется. То есть человек всегда остается одинаковым. Вспомните «Мастера и Маргариту», где квартирный вопрос испортил москвичей. И это было сколько лет назад, когда первый раз туда прибыл Воланд со своей свитой, и потом
в 30-е годы то же самое. Москвичи не изменились, помните слова? Да? Не изменились по своей ментальности. Так что так и человек, он не меняется. Меняются только условия, которые находятся вокруг него, и изменяются у человека. Спасибо большое, Олег. Олег Макаренко был с нами на связи, доцент кафедры культурологии и кафедры теологии МПГУ.